Активисты общественного движения «Народный фронт» организовали круглый стол. Руководители различных направлений отчитались о деятельности своих рабочих групп в течение 2014 года и поделились планами на 2015. Остро встал вопрос здравоохранения. В 2015 году планируется провести мониторинг эффективности реализации мероприятий по проведению года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В ходе круглого стола активисты также отчитались о реализации инициатив и поручений президента в отношении развития системы внешкольного дополнительного образования и создание условий для развития бизнеса. Помимо этого были затронуты вопросы ЖКХ. Обсуждалась тема переселения граждан из аварийного жилья и организации контроля за капитальным ремонтом многоквартирных домов. Мы 50%, наверное, на сегодняшний день проверили тех объектов ЖКХ, которые подлежат капитальному ремонту. К сожалению, тоже были выявлены там, в том числе в программе капитального ремонта, и дома, которые участвуют и в программе переселения, и в программе, соответственно, капитальных ремонтов. Это вещь недопустимая. На это мы, в общем-то, указали, что действительно, как можно ремонтировать капитально дома, которые предполагается расселять, и, в общем-то, они подлежат сносу.